Здравствуй, дорогой зритель! Перед просмотром хотелось бы попросить поставить лайк на это видео и подписаться на канал. Приятного просмотра! Друзья, как вы знаете, сегодня закулисье отечественной эстрады переживает довольно непростые времена. Практически каждый день мы получаем печальные вести из жизни наших любимых артистов. К сожалению, сегодняшний день не стал исключением. Скончалась народная актриса, потрясающая артистка и просто хороший и добрый человек. Об этом сообщается на сайте Александринского театра. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким актрисы, вы также можете выразить слова соболезнования в комментариях. С прискорбием сообщаем, что на 90-м году жизни скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Кира Александровна Крелис-Петрова. Актриса снималась в кино и телесериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Русские страшилки» и «Тайны следствия». Также Крелис-Петрова известна как автор-исполнитель своих фельетонов, монологов и скетчей.